Итак, дамы, все работаем с любовью. Как вы? Волнуетесь? У меня сумку сегодня вырвали. Правда? Сумка, Диор! Я думаю, сумку надо вернуть. Я нашла вашу сумку в метро. Возьмите. Твои руки на многое способны. У тебя отличный прикид. Это не твое дело, Глория. Если она придет завтра, всем круассаны за мой счет. Андреа, будем рады твоим круассанам. Диор говорил, шить платье – это как построить дворец. Ткань надо чувствовать, далеко пойдешь. Если захочу. Неужели вам нравится работать даже по выходным за такие гроши? Это не важно. Ты сейчас учишься ремеслу, овладеваешь навыками. Ремесло – это твой капитал. Вы заботитесь обо мне, потому что вас не хочет видеть ваша собственная дочь. Я встретила девчушку. Уронить ножницы – плохая примета. Она мне нравится. Да почему ты с ней возишься? Просто хочу. Да ладно, с чего вдруг? Я хочу стать кутюрье. Я хотела помочь и дать шанс. Дала тебе работу, которая делает мир прекраснее движениями. Красотой движений.